Там же, в Енисейском районе, в разгаре подготовка к одному из главных не только местных, но уже и краевых праздников – фестивалю «Енисейская уха». Местные ремесленники трудятся там над сувенирами для гостей. В этом году ожидают почти 10 тысяч посетителей, поэтому к созданию интересных тематических изделий и поделок подключились многие учреждения города и района. Решили проявить фантазию и сотрудники библиотек. Сначала у нас первый год были просто декоративные рыбы. А на следующий год мы решили, конечно, немного фантазию свою расширить и стали изготавливать речных. У нас были и окуни, ельцы, лещи. Но в этом году мы решили немножко тоже изменить и изготавливать только таких вот благородных пород. Технологию создания не только красивых, но и долговечных сувениров сотрудники разработали сами. В обычное соленое тесто они добавляют клей и еще несколько секретных компонентов. Каждый год такие рыбы пользуются большим спросом у покупателей, поэтому коллективу всегда представляют торговое место прямо в центре главной улицы. Всего планируют изготовить 50 самых разных видов рыб. Ну, вот это енисейская уха, надпись по традиции у нас. Ну, это тут еще не доделано, это все в процессе. И вот такая, это я вот в этом году, так, вот такой, как бы, получается, река. И на ней логотип енисейской ухи.